Ну вот тебе не стыдно, ты врач, ты красный, ты вот, я уже всем рассказал про твой новый чит. Тут все уже знают то, что ты умеешь воскрешать людей, ну вот что ты творишь, тебе самому это не надоело, а? Короче, я предлагаю устроить огромный бунт против этого красного врача, потому что он плохой врач, и я не собираюсь с ним играть. Ты можешь хотя бы одну серию не плакать, Хрейд? Вот ты понимаешь, что я серию хотел начать совершенно по-другому. Я хотел сказать то, что природа настолько сильно очистилась из-за этого вот всего вируса, то что вернулся человек, которого мы практически год не видели. Выпрыгивай сюда к нам! Я даже не знаю, какой у нее цвет, чтобы ее называть, но она сказала светло-сиренево-фиолетово-голубой. Что-то такое она сказала. Пончик! Пропердончик! Господи, она последний раз нами записывала в сентябре. Это уже скоро год, ну как скоро? Ну почти скоро! Пончик, ты вообще жива-здорова? Мы уже думали, ты умерла давным-давно, но в моем присутствии ты не умрешь, потому что я врач. Я врач, жива-здорова. Учусь хорошо, родители по жопе ремнем не бьют. Все нормально. Вот это самое главное, вот это главное, Пончик. Вот учиться всегда надо. А то я как бы врач, я тебе в жопу и укол могу поставить, если плохо будешь учиться. А тебе, Хэрейд, 20 уколов в жопу поставлю. В одно место, если будешь умничать. Готовь жопу, Хэрейд. Так, ну я изначально этому красному учителю не доверяю, он как-то здесь слишком сильно выделяется. Все, пошлите, я сразу за него проголосую, мне кажется, так безопаснее будет. Стоп! Подожди, перед тем, как я выключу микрофон, просто Хрейд, ты тоже посмотри! Сейчас, подожди, сундук вот этот мешает. Так, вот и вот так. Ага, иди проверь, идите все проверьте, я сказал, я врач, руку на сердце кладу, никого я не убивал. Я вот смотри, вот это, даже второе задание сейчас у вас на глазах выполню. Только вот это задание я как-то не очень люблю, потому что оно какое-то длинное. Вот это, берешь рычаг ставишь сюда, потом тыкаешь, два задания у тебя на глазах, Хрейд, прошел. Ну ладно, я тебе пока что доверяю, но ты у меня все равно, типа, я за тобой слежу, ты меня понял? Ты, конечно, не видишь, что я сейчас на тебя пальчиками показываю, все. Удачи. Давай, Хередик, пошел вот это задание выполнять. Не пудри голову, у меня и без тебя еще работы полно. Надо жизни людей спасать! Но только перед этим надо выяснить, кто убийца. Или наоборот, сначала жизни спасти, а потом уже выяснить, кто убийца. Давно я, кстати, задания не выполнял, просто так не ходил, не выигрывал игру. Что-то в последнее время я как-то очень часто был убийцей. Вот потомчик пробежал мимо этого задания. Даже не... А, вот почему он это задание не выполнил. Потому что здесь 2 минуты его выполнять надо, пока вот эту железную кирку возьмешь, пока блоки эти возьмешь, пока это все сломаешь. Пока закончишь это задание, предатели уже всех закокуют там, уже даже воскрешать некого будет. Опа, и опа, все сделано. Бежишь. А, ну давай, ты пробегай мимо, пока я тебе вакцину здесь не поставил, Хрейд. Вот так. Свет у нас чинил Отомчик, Андре и Лерочка, а Хрейд прибежал самым последним. Я как бы врач, но еще немного и детектив. Осталось дождаться, чтобы кто-то кого-то где-то запердососил. Когда это произойдет, я пойду, возьму труп и воскрешу его. Чё ты мне тыкаешь, Хрейд? А почему у меня руку видно? Сегодня я в роли Аладдина, получается. Летел, с ковра свалился, да? Чё-то камерам как-то плохо сегодня. Так, ладно, Хрейдик пробежал там, Хрейдик пробежал сам, и здесь он пробежал. Чё-то я как-то слишком много раз замечаю Хрейдика, который бегает везде, куда я только смотрю. А чё трупачело там делает? Это же вообще получается, его кокнули за пределами карты! Или может просто этот труп потом туда потащили, потому что хотели его спрятать? Но меня так просто, Андрюшечка, не проведешь. Я и ты, Бамблби, тоже. Я знаю, где находится труп, и у меня есть план.
А у тебя, Пончик, есть какой-то план, я надеюсь? Или ты просто так сюда шандарахнулась, потому что впервые... Она впервые с нами играет в Амонг? Или во вторые, или во третьи, я даже не знаю. А вот по поводу моего плана... Да вы заколебали свет этот выключать. По поводу моего плана, я тут кое-что немножко подхимичил. И сейчас... Призраки больше не могут себя воскрешать, как это делал этот сраный Хрейд в предыдущей серии Among Us. Когда я его 20 раз подряд кокал, он 20 раз себя воскрешал. В принципе, очень даже хорошо то, что свет выключили. Главное, чтобы меня сейчас не кокнули. У меня есть спокойная возможность дотащить этого трупа до кнопки воскрешения. А потом я спрошу у трупа, кто его убил. Трупы же разговаривать не могут, а вот живые могут разговаривать, поэтому это и есть мой план, чтобы его воскресить, а потом лично у него спросить, кто его запердохал. Вот, тащим сюда. Ну, я не знаю, правильно ли ты меня понял, Хрейд, или нет. Вдруг он сейчас вообще подумает то, что убийца я... Но ты сдрысни оттуда, пожалуйста, и дай мне вот это нажать на эту кнопку, потому что я до нее не дотягиваюсь. Ты чё, дурак, шо ли? А вот почему ты вместо того, чтобы труп припортить, ты его жопу асфальтом по всей карте чешешь? Вообще, это ты предатель, я уверен. А ты зачем врачу мешаешь его работу выполнять? Если я труп притащил к кнопке, это значит то, что я на эту кнопку хочу нажать. Если бы я был предателем, зачем бы я хотел воскресить этот труп, Хрейд? Ну, я не знаю пока что все твои гениальные действия, но у тебя так мозг в голове читерский, понимаешь? Ну, ты явно что-то придумал, просто нам еще до нас еще не доперло. Башка ты дырявая, ты мне кнопку не закрывай, короче... Я нашел труп где-то возле лавы. Он был спрятан в углу. То есть вот как бы убийца прошаренный, можно сказать. Если он кого-то запердохал и потом захотел спрятать этот труп. Я его увидел через камеры и потащил в комнату в этого медобследования. А там уже Хрейдик меня почему-то ждал. Чё ты делал вообще возле кнопки, Хрейд? Ну просто в один момент, понимаешь, до меня доперло то, что ну ты как бы собираешься этой кнопкой что-то учудить, и я решил предохраниться. Предохраняться это хорошо, Хрейд, но не кнопкой, когда... Короче, я пока не знаю, кто это, но это не я. Вы видели то, что я выполнял задание. Хорошо, пропускаем. Брат, умоляю, дай мне что-то срочно от живота, я тебя умоляю, я хотя бы пури тухлый съел, боже мой, пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, умоляю, доктор, врач, брат, помоги, пожалуйста. Костечка, я как бы тоже очень сильно люблю хачапури всей своей душой, но это не значит то, что его надо кушать на ночь глядя, учитывая то, что мы ролик записываем в 11:30 ночи. Вот сейчас и мучайся, Костя, со своим животом, а я пойду в лабораторию, главное за мной, не беги сюда. Чё ко мне все пристали? Я мертвых воскрешаю, а не людей от хачапури тухлого лечу. Так, тут задание выполнили, и тут задание выполнили, тут тоже, и его нет, и здесь задания нет. В принципе, молодцы то, что здесь все повыполняли. Следующее мое задание в лаборатории. Бойлер-рум, что такое бойлер-рум? Это туалет, что ли, или что? Здесь тоже задания нет. Возле сральника там есть задания, которые никто никогда не выполняет. Чё ж вы так света... Вот, как я сказал, никто его даже не выполнил. Чё ж вы света так сильно любите выключать каждый раз? Так, осталось еще выполнить примерно где-то 20% всех заданий и... И после этого, можно сказать, мы победили. Дайте угадаю с первого раза. Это Лерочка вот это поскользнулась в сральнике и череп себе пробила. Значит, Лерочка, надо тебя направить на рентген. А после этого надо тебе таблетки прописать. Чё так сложно людей из сральников доставать? Пошли, Лерочка. Главное, чтобы Хрейда здесь не появилась в ближайшие несколько... Чё, кнопка не нажимается, труп, наверное, мешает. Вот сюда. А вот ты где? Жива, здорова, как себя чувствуешь? Бежать можешь?
Если можешь, то побежали сюда, за мной, сюда, беги! А Лерочка-то как бы не в курсе, это только Хрейд знает, как воскрешать людей. Сейчас мы Лерочку притащим сюда, в наш зал заседания, голосования, или как он там называется. И Лерочка сейчас сама все расскажет, кто ее запердохал и кого надо кикать. Голосуй, Лерочка. Ну, я стояла в туалете, закрыла дверь, кто-то незаметно подкрался и убил меня через дверь. Я не видела, кто это. В смысле ты закрыла дверь? В смысле кто-то подкрался незаметно? И в смысле ты не видела, кто это был? Ну, дверь закрыта была. А все то, что я сейчас проделала, это получается я зря делал, Лерочка? Ну, видимо, да. Ты не... Костя, как живот? Срочно неси что-то, я же сейчас здесь на месте эти хачапури рожу здесь, боже мой, умоляю тебя, помоги мне! Вот я честно скажу, раскрою секрет, каждый раз, когда мы записываем ролик, Костя на каждом ролике убегает в туалет и сидит там 30 минут. Костя, хватит просроченные вещи кушать уже наконец-то. Все, пропускайте давайте, я пока не знаю, кто это. Она становится все меньше и меньше. Ну ладно, ребятки, значит, будем играть с вами по-другому. А ты, Лера, иди давай, иди вот это задание выполняй. У меня все задания, как я понимаю, находятся почему-то на улице. Здесь и нет, значит, в этой стороне оно должно быть 100%. Если воскрешение нормально не работает, значит, надо как можно скорее выполнить все задания. Учитывая то, что нам здесь осталось выполнить, ну, наверное, заданий 8 еще где-то. И свет бы еще чинили, как можно... Ну, нет! Ёперасы-то, а! Ну, вот кто эта собака подстроил-то такое, чтобы я случайно в дырку эту... Упа... Мать моя женщина. Ну, не могу же я проиграть вот так вот, как лошпед самый настоящий. За все серии Among Us я ни разу в эти ловушки не попадал. А сейчас просто бежал, засмотрелся на выключенный свет и сразу сюда кокнулся. Опа! Только не говори, пожалуйста, что ты был убийцей все это время, Бамблби. Ага. Ну, вроде не убийца. Хотя фиг его знает, куда он побежал. Надо как-то вытащить меня отсюда. Я не знаю, подцепить меня как-то. Ну, 100% из этой ямы должен быть какой-то... Ты чё делаешь? Ты чё сейчас сделал, сатана? Рыбак. Недоделанный с удочкой ходит, а ты где удочку-то вообще нашел? Так, спускайся сюда, давай, прыгай, на меня, вот сюда, прыгай, давай, Бамблби, мне твоя помощь нужна. Спускайся, давай, быстренько, как ему объяснить, молодец. А сейчас за мной, в ту сторону, давай. Лерочку кокнули, а Бамблби меня спас. Остается Отомчик, Андре и Хрейдик вроде. Вот, кстати, Андрюшечка туда побежал. Беги вот в ту сторону, давай в зал голосования. Надо сейчас кого-то выкинуть, а то мы еще даже ни одного... Мы еще даже ни одного предателя за всю... Ты чё, прикалываешься надо мной, что ли? У меня перед глазами дверь закрылась, ты уже вот это успел на пол прилечь? Ладно, значит, действуем по старой схеме. Пошли, Бамблби, ты-то 100% видел, кто тебя кокнул. А вот кто его кокнул, тот не знает то, что я находился у Бамблби вот за спиной. Давай в эту сторонку, Бамблби, не спотыкаемся. Главное, на своем пути никого не находим. Там Андрюшечка пробежал. Быстрее, Бамблби. Опа. Крей, ты иди в сракостанцию. У тебя только здесь не хватало. Так, Бамблби, стой здесь. На кнопочку нажимаем.
воскрешаем! Побежал на кнопку, давай быстро туда один нажимай! Если ты мне скажешь, что ты не видел, кто тебя убил, я тогда вот тебя уже выкину нафиг за борт, вламывать сюда. А мы, короче, с Эдом бежали вместе, за мной закрылась дверь, и Хрейд выбегает из-за угла и убивает меня. Это, короче, он. И тебе не стыдно, крысятина ты серая? Не, подожди, у меня напрашивается к нему вполне логичный вопрос. Подожди, если я тебя убил... Ой, заткнись! То... Просто молчи, Хрейд! Какого фига ты за этим столом делаешь? У нас есть свидетель! Я вылечил Бамблби, он меня вытащил! Он, кстати, рыбак хороший! Вот я это только сегодня узнал! О, я его воскресил, и он говорит, что ты его убил! Хватит врать, Хрейд! Подожди, то есть ты хочешь сказать, что он воскрес, да? Я его вылечил! Короче, делайте, что хотите, Костя! Костечка, пожалуйста, поверь мне, и ты, Отомчик, тоже, и ты, Андре, тоже. Хотя из вас троих еще, кстати, кто-то может быть убийцей. Ладно, без разницы, кто не убийца, голосуем за Хрейда. Ну ничего, ничего, я еще за тобой вернусь, доктор ты недоделанный. Задания выполняем. Чё, расслабились? Ну, конечно, Костя ни одно, походу, задание не выполнил. Вот бедный перед серией сожрал свое хачапури. А сейчас, кстати, как сказал Хрейд, он за мной еще вернется. А если он захочет за мной вернуться, я знаю, что он сейчас будет делать. Просто какие-то ходячие мертвецы, Идрик Кла... Ну тащи, Хрейдик, давай, я даже не буду репортить твой же труп, которого я выкинул вот это за борт в лаву. Давай, Хрейдик, правда, Хрейдик не знает то, что я перед началом этой серии над картой пошаманил, и больше призраки себя же воскрешать не могут, потому что это уже слишком читерно как-то. А нам осталось еще два задания выполнить, Бамблби, Костя, Андре, Отомчик, кто там еще так долго соображает? Чё, Хрейдик, не работает, да? Не работает, да, Хрейдик? Не можешь ты труп свой воскресить? Ой, даже не пытайся, Хрейд. Ага, Хрейдик, вернулся ты за мной, да, Хрейд? Как ты мне обещал? Только я-то тебе не сказал, что сейчас призраки не могут себя воскрешать. О, кстати, Андрюшечка, пошли, Андрюшечка. Нам еще два задания осталось выполнить, и после этого мы выиграли. Получай. А вот этого я не ожидал! Мне, походу, надо провести воспитательную работу, как я понимаю. Дуримонды тугудумские! Вы знаете, что такое задание? Почему только я половину заданий один выполнил? Чё вы все остальные, Пончик? Ты чё, не умеешь задания выполнять, что ли? Ну, я на них тыкала, они не нажимались. Я продолжала тыкать, они светились и опять не нажимались. А ты впритык к ним подошла? На кнопку надо впритык подойти, чтобы она нажималась. Ну, нет, я издалека нажимала. Ну, походу, в следующий раз, когда у нас будут появляться новенькие или будут возвращаться старенькие, надо сначала инструктаж провести, чтобы вы задания выполняли, из-за которых мы потом проигрываем, потому что вы их не делаете. Кстати, Костя, ты-то хотя бы как себя чувствуешь? Ничего не прошло, я тебя умоляю, отпусти меня, пожалуйста, иначе я сейчас вот здесь вот все вот это вот сделаю, и минус огурец, чпунька или чей, не знаю, я уже не помню, чей этот огурец, боже, ну умоляю тебя. Отпусти, я да прям все, иди в туалет, беги. А туда меня выпусти вообще. Да нет, выйди из Майнкрафта, беги в туалет. Ай, до свидания. Походу мне не врачом надо быть, а психологом всех людей в дурдом просто отправлять, а.